Трагедия произошла сегодня на территории парка Ирыгаки в районе 6 часов утра. Но это не там, где популярные у нас туристические тропы. Случилось это на Ораданском хребте в долине Девяти озер. А четверо туристов из Москвы защищали категорию по горному туризму. А по предварительной информации, вроде бы все 79-го года рождения. Туристы разбили палатку, и медведь напал вроде бы как, когда они укладывались спать. То есть напал он на одного, троим удалось спасти. Всех обстоятельств пока мы не знаем. Следственный комитет работает. Известно, что дирекция парка уже написала письма с просьбой в Ермаковский район и в Минприроды, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию или полностью, или частично закрыть парк для посещения туристов. Сейчас формируется следственно-оперативная группа. Она направится на место. Пешком поход туда займет более 2 дней, поэтому отправятся на вертолете. Это горная местность, труднодоступная. Напомню, это уже не первый случай нападения медведя. Первая трагедия была в июне. Медведь напал на молодого человека, который подрабатывал на одной из баз, носил продукты. И сейчас это вот второй смертельный случай. К этому часу у меня вся информация.